всем привет, с вами Алиме, ребята. И сегодня я сниму очень крутой ролик, который тебе точно должен понравиться. Перед тем, как начать, пожалуйста, сделай для меня очень крутой подарок. До 31 декабря также там летит Дед Мороз. Сделай, пожалуйста, мне подарок, который тебе понравится. И мне тоже понравится, ведь ты получишь весь год очень крутой такой позитивный контент. А я получу от тебя очень крутой подарок на всем селении. На всем селении. Это же, конечно же, подписка на канал. Поставь лайк дальше и нажимай на все уведомления, чтобы не пропустить еще новые ролики. И мы начинаем ролик. И сегодня я хочу показать такой очень крутой ролик, который, то есть, в игре можно спускаться, то есть, в онлайне можно спускаться из тачек, да. Это такой баг есть, ее не исправили, думаю, потому что это уже не этому багу уже больше 2 года. Этому багу уже больше 2 года, ребята. Или год, не знаю, короче, ее думаю, не исправили и даже не исправили. Потому что я недавно, прошлым, где-то 2 месяца назад, играл в этом баге. Короче, я спускался от тачки. Можно спускаться в онлайне от тачки. То есть ты можешь спускаться. Вот это очень такой крутой баг, тебе должен понравиться. Перед тем, как я его сейчас себе покажу, пожалуйста, подпишись, поставь лайк, нажимай на все уведомления, чтобы не пропустить новые ролики. И еще пиши в комментариях, у тебя сработает ли этот баг или нет. Давайте мы уже начнем ролик. Значит, первым делом нам нужно прийти вот на это место, ребята. Ребята, и кто знает этот баг, пишите в комментариях, обязательно прочитаю. Ребята, нам нужно прийти вот этот место, да, и просто спускаться от тачки. Нам нужно спуститься. Так, спускаемся. Нам нужно спуститься. И, ребята, подождите, я сейчас зайду в приватную комнату, потому что в язык системе там будет очень лагать, потому что там очень много игроков. Так, кстати, не забудьте играть на моем сервере. Мой сервер прям видите в ваших экранах без пробелов, ребята. Вот, заходите, написали, вот тогда у вас вот все работает. Сей. И теперь нам нужно приблизиться к каршерингу, ребята. Кто вспомнил, кто знает, пишите в комментариях, обязательно прочитаю. И нам нужно одновременно нажать на этот руль и на вот этот онлайн. Если не получится, нужно снова сидеть на свою тачку и снова прийти сюда. Если вот, например, у вас не работает вот онлайн, вы сели, вы не смогли. Теперь спускаемся, и у вас не работает теперь онлайн, да? Вам нужно прийти вот на свою тачку, сесть и теперь работать. Видите, это работает. Так, давайте уже сядем на нашу тачку. Нужно одновременно нажать. И нажимаем одновременно, и, ребята, все. Все, у нас получилось. Теперь нажимаем начать и нажимаем тут тоже начать, ребята. Все, у нас теперь должен, по сути, получиться. У меня чуть-чуть Wi-Fi лагает, потому что я прямо сейчас загружаю ролик, поэтому думаю, лагает. И что-то у меня долго загрузка тут идет. Главное, ребята, пока автоматически не отключится, автоматически не завершите аренду, да, не нажимайте завершить аренду. После как вы зайдете на онлайн, у вас автоматически завершается аренда. Так, нам нужно ждать. 7 hours later. Ждем. Да, блин. Ребята, оказывается, когда я уже загружал, Wi-Fi лагал, и у меня отключился Wi-Fi, и мне просто, я посмотрел, и мне просто пришлось подключиться к Wi-Fi и снова перезайти в игру, вот. Я не люблю никогда долгую загрузку, Я вообще не люблю очень долгую загрузку. Да, блин, класс, ждем, долгая загрузка. А, ребята, вот все, ребята, теперь у нас автоматически закончилась аренда, и, ребята, просто посмотрите, мы сейчас в онлайне, и у нас игроков вокруг 0-1 из 15, то есть я на своем сервере, вот я, у меня без тачки, то есть я не на машине, вот я не на машине, я могу спускаться из машины и ехать куда угодно. Вот как стоит мой клон. То есть эта тачка будет везде будет стоять.
пока не выйти, и вы, пока вы не выйдете из игры, то есть он будет стоять, он будет как клон, то есть игроки будут думать, что вы стоите на одном месте, а вы на самом деле вот вы ходите вот здесь, вот у вас машина, вот у вас онлайнчик, здесь можно играть так друзьями, вот. Как видите, вот вы ходите, спускайтесь, ребята. Кстати, вы призрак, вас никто не видит, ребята. Да, вы можете столкнуться, но вас никто не будет видеть. Это не знаю, с чем связано, но вас никто не будет видеть. Так, вы как призрак, ребята. Здесь даже работают вот онлайн-игры, ребята. Вот даже работают онлайн-игры. Вы можете зайти как четвертый игрок, как призрак. Алло. Да, это очень круто, что теперь вы можете играть в онлайнечке. Вот так вот. Нажимаете начать. Ждете своих друзей. Там, не знаю, вы можете на сервере играть. Нажимаете готов. Вас будет все ждать. Вас никто не будет видеть. Вы будете призраками. И все так далее, ребята. Вот я, короче, сегодня раскрыл, как же играть в онлайне, спускаясь от тачки, да? Вы даже не можете вот так сделать. Ай, блин, подождите, я сейчас покажу. Да, так, нам нужно зайти в любую игру, то есть в любую гоночку. Сейчас, подождите, вот, давайте придем сюда и нажимаем, и давайте начать. Так, все, нажали начать, давайте, нужно начать. Вот, нажимали, готов, ждете других игроков. Вы можете спускаться пока... Не, да, вы пока ждете других игроков, вы можете спускаться от тачки. Это же очень круто сделать вот такую фотку в онлайночке, да? Или какую-то другую игру, то есть какую-то другую фоточку. Ну а если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока, ребята. Кстати, у вас будет такая вот, не знаю что, пауза или что-то. Ну, будет так стоять. А вот наша тачка, ребята, просто. Ну, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока.